Незаконно оборудованные карьеры, выявленные в Туркестанской области. В результате проверки зафиксировано 27 инцидента. Техника работала без каких-либо разрешительных документов и добывала песок, глину и щебень. Всех привлекли к административной ответственности. Многотонные машины отправили на штрафстоянку, сообщили в полиции. Сейчас подсчитывается ущерб от их деятельности. По фактам незаконного пользования недрами возбуждено 4 уголовных дела. Подобные случаи в регионе фиксируют ежегодно, и размах копателей порой впечатляет, говорят специалисты. Истощаются реки, а потом вода не может подняться до поливных каналов. Мобильные группы продолжат работу по всей территории области. В качестве дополнительной силы создана группа из сотрудников полиции и направлена в район. На территории Арыси сейчас проводятся рейдовые мероприятия. Выявляем тех, кто наносит вред окружающей среде. Было обнаружено 15 грузовых автомобилей, приняли административные меры. По всем фактам собраны соответствующие материалы и направлены в департамент экологии для принятия решений.